всем привет, ребята, вы на канале Олежка Пимешка. Сегодня у нас будет рубрика «Порезанные факты для чикенганеров». Но перед началом можешь поставить лайк и подписаться на канал, но это не обязательно. Если видео не нравится, можешь не ставить. Перед началом мы должны зайти в чикенган и зайти в настройки. Когда зашли в настройки, ищем вкладку «Приложение уведомления». У вас может называться по-другому. Ищем чикенган и хранилище и кэш. Очищаем полностью хранилище. Но ничего страшного, если вы очистите. Ведь в чикенгане есть такая функция «Войти в аккаунт». И она вам не страшна. Так, потом, когда мы очистили, находим вкладку под названием «Другие режимы». Там же мы заходим в офлайн. И заходим на карту «Чайлдхаус Z». Потом ищем место с дыркой. Вот оно тут находится. Возле грузовика. Потом ставим любую машину. Ну, советую ставить велосипед. И потом едем вот тут вот. Прямо ориентируемся на это дерево. И вот так вот едем вперед. И потом мы должны найти очертания будки сиреноголового. Да-да-да, мы должны приехать ровно сюда. Потом мы должны возле входа тут вот поставить с другой стороны, вот на середину велосипед. Потом едем просто вперед. И вот мы находим вот этого вот Санта-Клауса. После ждем, пока придут снеговики, и убиваем их. Кстати, потом, когда вы их убьете, они у вас появятся в магазине. Они у меня есть уже тут сразу и куплены, потому что я их уже покупал. Потом опять заходим на карту Чайлдхаус Z и едем опять вот к будке сиреноголового. После, когда приехали, едем опять прямо к Санта-Клаусу. И тут появятся монетки. Собираем их, и появляется такая анимация. Потом вы получите где-то 1000 монет. Ну, это только у меня так работает. Может, у вас все будет по-другому. После опять заходим в настройки и очищаем наш чикенган. Но потом повторяем все, что было в данном видео. И вот так вот вы сможете себе оформить очень много монет. Кстати, предлагайте в комментариях еще что добавить во второй части.